Здравствуйте. Очень приятно вас видеть здесь. К сожалению, очень мало народу, но ладно, тем не менее. А, замечательно, 2000 человек, здрасте. Итак, о Туле, конечно же, известно каждому мужчине и почти каждой женщине. А Туле — это шведский бренд, который с 42 года уже производит что-то там для автомобилей. Основное их направление было всегда — это автомобильные багажники и оснащение для автомобилей для спортивных людей, то есть багажники для велосипедов, багажники для лыж. А мы представляем вам сегодня один из продуктов Туле. Сама концепция бренда Туле – это жить активно. Соответственно, все продукты как раз-таки сделаны для активных людей. А коляска Urban Glide сейчас перед вами. Данная коляска беговой является и спортивной. То есть, соответственно, вы можете спокойно заниматься спортом вместе со своим ребенком. Согласитесь, это очень здорово. Почему? Потому что расширяются ваши горизонты. Современный мир как раз-таки идет к тому, что люди уже перестают сидеть дома, они гораздо чаще выходят на улицу, гораздо больше проводят там время. Это здоровый образ жизни и комфорт как вас и вашего ребенка. Ну что, расскажем больше про детали Туле. Скажи, пожалуйста, сколько она весит? 9,5 килограмма. Мы понимаем с вами, что это одна из самых легких прогулочных колясок. А что мы можем сказать по поводу качества материала в данной коляске? Ну, данный материал изготовлен из нейлона 1000, который водонепроницаемый и износоустойчив. А также данный материал очень хорошо сохраняет свою цветовую гамму. То есть мы можем сделать вывод, что ваш капюшон никогда не выгорит, с ним ничего не случится. Касательно алюминиевых деталей. На самом деле на каркас Туле дает гарантию 10 лет, на текстиль 2 года. И если даже что-то у вас случается, никогда не меняются какие-то запасные части. То есть сам бренд и производитель говорит о том, что его продукция настолько качественная, он в ней уверен, и если что-то происходит, в принципе, можно заменить там коляску на новую. Давай-ка мы поговорим о том, что же важно для родителей. Наверняка это комфорт ребенка, да, то есть положение для сна и активное положение, то есть когда ребенок изучает, соответственно, окружающий мир. Покажи, пожалуйста, основное положение для сна. То есть мы с вами можем видеть, что спинка опускается достаточно глубоко, она опускается механически, то есть вы можете, в принципе, комфортно ребенка опустить, если он заснул, и тем самым вы даже можете, подержи, пожалуйста, здесь, Вов. Вы даже можете, в принципе, наблюдать за ребеночком, да, там, через окошко. Если вдруг во время прогулки у вас дует сильный ветер, вы хотите закрыть ребенка от ветра, то вы всегда можете опустить капюшон вниз, и, в принципе, как и визуальный, так и визуальный контакт в любом случае у вас будет присутствовать. А у нас часто спрашивают касательно маневренности данной коляски, да, и преимуществ именно про... именно в прогулочной части, да? Три колеса – это отнюдь не минус. Три колеса дает вам возможность управлять коляской одной рукой. Представьте себе ситуацию. Вы в магазине, у вас есть какие-то покупки, или у вас еще один второй ребенок, которого надо держать за руку, или ваша сумочка, или еще что, чем-то вы обременены. Вы всегда сможете с этой коляской грамотно и удобно обращаться именно одной рукой, благодаря тому, что у нее три колеса. Давайте мы сложим ее, да, то есть у нас есть, часто задают люди вопрос, ой, а как же мы в лифт войдем, а как же мы там в самолет ее сдадим, что нам вообще с этим делать, она кажется такой громоздкой, на самом деле все не так. Данная коляска вообще складывается одним движением руки, занимает минимальное количество места, колеса снимаются нажатием одной кнопки. И представьте, зимой вы пришли с прогулки, вы можете снять эти колеса, помыть отдельно их в ванной, к примеру, потом назад приделать, собрать колясочку и спокойно, не знаю, там ребенка укачивать дома в ней. Эта коляска в сложном виде влезет в багажник любого автомобиля, даже самой маленькой женской машинки. Как видите, Вова это делает все очень легко и просто. На самом деле, любая женщина даже с этим справится. То есть все интуитивно удобно и интуитивно легко. Вов, скажи, пожалуйста, зачем вот здесь такие амортизаторы и такие вот большие какие-то надувные колеса? Для комфортной поездки ребенка, чтобы он не ощущал ни ямок, ни канавок, для того, чтобы ваш ребенок всегда находился в комфорте. То есть, если вы едете, вам препятствие на дороге, тот же самый бордюр,
вы спокойно можете спустить коляску и поднять ее обратно. То есть, ну, здесь не бордюр, здесь гораздо выше, но все равно вы видите, что это достаточно комфортно происходит. Я бы еще добавила, что данные колеса и амортизаторы поглощают все вибрации. То есть вполне по гальке, по песку, по каким-либо камушкам вы можете надежно и уверенно катать эту коляску, потому что вы будете понимать, что ребенка там не трясет. И в этой коляске есть огромный мешок для вещей, вот, установлен ниже. Продукты, покупки, все, что необходимо женщинам, может оказаться там. И большой плюс то, что он закрывается. А почему мы выкатили еще сюда и вторую колясочку с люлькой? На самом деле, покупая Urban Glide, вы покупаете одну единицу от нуля до, соответственно, до взрослого возраста ребенка. Потому что люлька покупается отдельно вместе с адаптерами и устанавливается на вашу прогулку. После полугода, когда ребенок вырастает, люлька просто снимается, и у вас остается прогулочная коляска. В данном виде текстиль снят. То есть вы, в принципе, можете как снять текстиль, потом его вставить, так и оставить текстиль. Да? То есть шведы, в принципе, не заморачиваются, и во многих лукбуках, которые можно будет увидеть в интернете, вы увидите люльку, установленную на полноценную коляску с текстилем. У люльки есть большой плюс, то есть ее габариты большие, то есть она вместительная, глубокая. Коврик из пенки, соответственно, сделан. Все снимается, все стирается. Есть очень удобная ручка для переноски. И сейчас Вова тоже закончит с адаптерами и покажет вам, как она складывается. Сложишь? Вот, в общем, устанавливаем ее на текстиль пока что. Это, так сказать, для ленивых родителей. Но текстиль точно так же можно снять, а потом его надеть. То есть инструкция к этому есть. Давайте мы сейчас сложим люльку для того, чтобы вы поняли, как удобно ее перевозить и хранить. И уже, наверное, будем потихонечку закругляться, да? А пока я скажу о пятиточечных ремнях. Соответственно, ваш ребенок пристегивается пяти точками, он никогда отсюда сам не выстегнется. Что еще хорошего по ремням? Есть регулировка по высоте для ребенка. То есть есть некоторые коляски, где эта регулировка отсутствует, и в принципе верхние ремни становятся неактивными, да, то есть они есть, но свою функцию не выполняют. Вот минимальный размер люльки для хранения. Вот эти штуки еще вывернуть можно. Ушки убираются тоже. И, соответственно, когда вы едете в роддом встречать свою маму с ребеночком, можно сэкономить достаточно приличное количество места. А на эту коляску устанавливаются адаптеры для всех максимально известных и распространенных автокресел. Адаптеры тоже продаются. Из аксессуаров дополнительных есть поворотный столик для поилочки ребенка. Почему нет бампера, нам иногда задают вопрос. На самом деле шведы провели достаточно много тестов, собрали фокус-группы, собрали определенный фидбэк от родителей и поняли, что родители, которые покупают коляски с бампером, начинают безответственно относиться к пристегиванию ребенка. Да? То есть где-то ослабляют ремни, и это противоречит правилам безопасности. Поэтому в Туле вы не найдете столика бампера, да, то есть вы найдете только поворотный столик на половиночку, для того, чтобы вы всегда были обязаны пристегнуть правильно ребенка. Что еще хорошего, Вов, нам можно сказать-то про наши коляски? Про гарантию сказали, про качество материалов сказали, про эргономику сказали. Дизайн, наверное, все-таки дизайн тоже непростой, да, то есть мы прекрасно понимаем, что это урбан коллекция, да, для типичных жителей города, для спортивных людей. Да, здесь, возможно, нет рюшечек, цветочков, но вы всегда будете выглядеть стильно с такой коляской. И внимание однозначно она приковывает. Почему? Потому что их не так много, они не сильно распространены. Вот. И к нам зачастую приходят мамочки и говорят: в нашем парке с такой коляской гуляет там Мария Петровна, мы тоже хотим такую же. И это действительно работает. Мы уверены в нашем бренде, мы уверены в наших колясках, и мы знаем, что они могут закрыть все возможные потребности и пожелания наших клиентов. Спасибо большое.